Недавно мы рассказывали о девочке Лере, которая не сделала в жизни ни одного шага. Тому виной редкое генетическое заболевание. Но у этой истории есть продолжение. Автор сюжета Татьяна Брылова сегодня в студии и не одна. Да, Наташа, действительно, я сегодня не одна, а вместе с вот этим плавательным кругом, который символизирует исполнение мечты нашей героини. А что это за мечта? Когда я познакомилась с Лерой, то узнала, девочка очень любит плавать и подумала, а что, если организовать для нее поездку в бассейн? И помог в этом, я думаю, дельфин. Да, именно дельфин и его замечательный директор Гульнара Романадзе, которая откликнулась на нашу просьбу и пригласила Леру в бассейн. Давайте посмотрим, как прошел этот день у нашей маленькой героини. Ну, здравствуй, красавица. Поехали. Лучше любого подарка. То есть она даже, по-моему, Нового года ждала не так, как вот ждала поездки в бассейн. В обычной жизни нам сюда не попасть. Спасибо огромное вам, телеканалу, что нас сюда привезли. Ты уже при параде, да? Ты готова? Да. Для многих миллионов людей плавание в бассейне – занятие естественное и привычное. 13-летняя Лера сегодня впервые попала в бассейн. Сначала, конечно, испугалась и держалась за маму, но потом ей понравилось плавать. Очень понравилось. Мы бы, конечно, хотели бы продолжить это все. Будем стараться, будем искать транспорт. Потому что вода – это жизнь, а в ее ситуации это вся жизнь. Конечно, я очень переживала, как это будет выглядеть, но получилось все необыкновенно, очень хорошо. Мурашки по телу пошли, вот когда сказали, что ребенок почувствует себя счастливым, это мечта. И поплавать в бассейне, конечно, это было шоковое такое состояние. И мы, конечно, сразу согласились, пожалуйста, пусть приедет. И с удовольствием встретили, и подарки ей приготовили. Здесь есть блокнот, есть фломастер и гуашь. И ты нарисуешь, что тебе понравилось в бассейне, а что бы ты хотела видеть. Что надо сказать? Вот ты моя умничка. Вот так. Спасибо вам огромное. Побольше вот таких неравнодушных людей, потому что, к сожалению, детки с ограниченными возможностями ограничены во всем. А благодаря вам у нас появляются шансы. Да, Лер? Всегда рады. Спасибо вам огромное. Нас пригласили на елку и обещали даже приехать за нами, то есть предоставить транспорт. Нам дали билеты на елку. Казан. Да ты что? Да! Плавали, Казан. Да! Как называется? Где? Дельфин. Стоит отметить, что в «Дельфине» все дети с ограниченными возможностями занимаются плаванием бесплатно. Очень хочется, чтобы Лера и впредь имела возможность посещать бассейн. Но пока мама девочки Наталья Васильевна не в состоянии возить дочь дважды в неделю на занятия плаванием из горок Ленинских «Видное». Возможно, найдутся люди, которые сделали бы нашей Лере еще один подарок, помогли в организации транспорта. Напоминаем наш телефон 541-2540.